Василий Медведев – пенсионер МВД. На заслуженный отдых по выслуге лет ушел 16 лет назад. А в отделе полиции сегодня он в качестве гостя. Да не один, а с супругой, для которой работа в органах знакома не понаслышке. Наталья Медведева тоже пенсионер МВД. День и ночь на работе в Курске. А вот детей не видели. Они ходили сюда к нам на работу на санках. Поэтому им выбора не оставалось никакого. Только идти в милицию. Старший сын Андрей, окончив школу милиции, работал следователем в Москве. Младший Павел после юридического института МВД России тоже пошел в милицию. В настоящее время он капитан полиции, старший следователь следственного отдела. Что меня сподвигло именно непосредственно, ну, можно сказать, и семейная династия, то есть наша традиция, так по себе, потому что видел, как работала мама, папа, старший мой брат. Вот. И просто мне тоже хотелось быть полезным народу, обществу, то есть помогать. Отговоров не было. Почему? Потому что, знаете, как-то поэтому мой принцип таков, чтобы потом не был в какой-то степени вроде виноват, какой-то вины. Может, не скажут, но, так сказать, когда-то подумают, а мое родительское чутье что? Оно же будет подсказывать, что сам-то подсоветовал вроде. Нет, и поэтому приходит иногда, говорит, вот, что тяжело, там сюда, выходных нет, так далее, и тому подобное. Я говорю, сынуля, сам выбирал, пожалуйста, работай.